Всем привет, Виталий Буц, Новомерс Радио. Я думаю, все уже посмотрели видео на канале Вписка, которое называется «Верни мне мой 2007-й. Психея, Аматрия, Джейн Эйр, Стигмата, Слот». Что с ними стало? «Верни мне мой 2007-й». Спорим, что вы не раз видели этот мем в интернете. Но все скучают не столько по этому году, сколько по музыке середины 2000-х, когда в России случился настоящий прорыв тяжелой альтернативы. Примечательно, что канал тот существует чуть больше года, на нем уже полляма подписчиков, и все их ролики до этого были с разнообразными рэперами и попсовиками, типа Ресторатора, Джакалиба, Ёлки, АК-47, Птахи, Федука, Гнойного и так далее. И тут они неожиданно решили сделать выпуск про так называемый 2007, в день выхода этого ролика все, кто только можно, закидали мою личку сообщениями со ссылкой на это видео и вопросами, ну как ты посмотрел, как тебе? По поводу этого фильма, по поводу видео, я сказал бы, что... Он, нормальный, на самом деле ничего нового. Все эти воспоминания 2007-х уже не один десяток раз пережевывались. По сути, два таких же видео на эти же темы выходило где-то год назад на канале Кипнесовщина с моим участием. Одно из них называлось «Верни мне 2007-й», а другое было посвящено телеканалу A1. В том году, 11 лет назад, еще существовало такое понятие, как субкультура. Это сейчас рэп-попса, кожухи можно купить в модных бутиках, а татуировки делают и модные дивы. Тогда все было по-другому. Ну чего? Казалось бы, в 2018 году нет эмо, но на просторах интернета я нашел странный канал «Дневник эмо-корщика». Похоже, его автор – последний эмо в России. Ох, 2007, а нужно ли возвращать? Для тех, кто не знает, эмо – это, в принципе, кто такой? Хороший вопрос, но мне кажется, что... Это даже нельзя, я не могу сказать точно, что это жанр музыки. Потому что есть, ну, это можно назвать жанром, но он очень широкий. И там как бы градация, начиная от какой-нибудь легонькой музыки, похожей на инди, и заканчивая чем-то похожим на металкор, на постхардкор, на хардкор. Ну, ребята молодцы, что договорились с участниками групп вот этих вот, Психея, Аматри, Стигмата, Джейн Эйр, Слот, с Чаком Сайвана. Ну, они отсняли большой объем материала, смонтировали фильм на час. Ну, и, наверное, это хорошо, что на канале с аудиторией 500 000 подписчиков говорят вообще хотя бы об этой сцене. Пожалуй, было бы хуже, если бы все эти эмо, альтернатив, металкоры были бы вообще никому не нужны. Я не знаю, может быть, подобные видео на каких-то таких вот крупных каналах даже как-то положительно скажется на посещаемость концертов групп, играющих вот такую музыку. Что кто-то, кто ходил на эти группы, там, 2007, так называемые, вспомнит, что эти группы... Ну, даже не то, что эти группы, что группы, играющие такую музыку, еще живы, и захочет снова пойти и снова ощутить все это. А кто-то, может быть, наоборот, благодаря этим видео каким-то образом вообще узнает о существовании такой музыки. Она их заинтересуется, она им понравится, и они начнут ходить на эти концерты. Есть сильное утверждение, что... Аматри и Джейн Эйр сначала ходили на концерты Психеи, а потом стали играть как Психея. Согласен? Ну, я не ходил на Психеи. Ни на одном концерте Психеи я не был, только на совместном. Ну и как только я начал смотреть этот фильм, и как только я впервые в этом фильме в кадре увидел Фео, у меня сразу же в голове возник вопрос, как такое может быть. Фео, мне кажется, уже давно дал всем понять, что делает все возможное, чтобы не иметь ничего общего с группами, типа тех, что представлены в этом фильме, помимо Психеи. Я подумал, ну блин, может его кто-то уговорил из окружения Психеи, ну к чему мнению он прислушивается, поскольку, ну, все-таки канал крупный, и подразумевается, что видео это наберет очень много просмотров. Хотя, с другой стороны, Фео, попробую говори, мне кажется, что в этих вопросах он максимально принципиален. А потом все встало на свои места. В своем инстаграме Фео провел трансляцию, в котором рассказал о том, что чуваки вот с канала Вписка, авторы фильма, ну, херово поступили, обманули его, сказав, что это будет фильм о группе Психея, а не фильм с участием Психеи, Аматри, Стигматы, Слота, Джейн Эйра, о так называемых 2007-х. Ну, видимо, они понимали, что на участие в таком фильме Фео никогда не согласится и в таком составе, поэтому решили вот схитрить. Начну сначала. Где-то несколько месяцев назад с нами вот стали выходить на связь некоторые персонажи, назовем их Бобчинский и Добчинский, с желанием снять интервью с группой Психея про то, как мы живем, в общем-то, и что с нами происходит и так далее. Никаких, подчеркиваю, никакой информации о том, что это будет какое-то сборное интервью или фильм про 2007 или какой-то там другой год, абсолютно не было озвучено. И ребята приехали, отсняли большое интервью со мной. Мы их, так сказать, приняли и так далее, чаем напоили. И каково же было наше недоумение и
возмущение и мое, так сказать, и всей группы, когда мы увидели, во что в итоге нас вписали эти ребята. И это просто какой-то беспредел, в общем, возмущение нашему нет предела. На самом деле, все, что говорит в этом фильме Фео, никак его не дискредитирует, все это норм, все это вполне в его духе. Он там высказывает свои стандартные мысли, те, кто смотрит интервью периодически с Фео, уже привыкли, ну, уже стали понимать его позицию по тем или иным вопросам. Но тот факт, что это интервью, как бы изначально они его добились обманом, это, конечно, херово. Короче, еще раз по фильму. В целом он норм, хоть лично я и не услышал в нем ничего нового. Все, что там обсуждалось, уже много-много лет мусолится, но если вам эта сцена интересна и фильм вы еще не смотрели, то посмотрите. Наверное, это хорошо, что, говоря об этих группах и вспоминая те времена, люди все-таки так или иначе говорят об этой музыке. Что касается Фео, ну, у него есть загоны на эти темы, он считает, что его дискредитируют совместные дела с группами, вот типа, в сотый раз уже буду перечислять, которые вот участвовали в этом фильме, Аматори, Стигмата, Слот, Джейн Эйр, ну и на самом деле и с другими подобными группами. Я думаю, что группы, которые Фео котирует на российской сцене, можно пересчитать там по пальцам одной руки, все остальное как бы для него зашквар. И, собственно, он сам постоянно об этом говорит, поэтому пацаны из списки, ну, поступили немного по-мудацки, обманув его. Ну вот, пишите в комментарии все, что вы об этом думаете. Скажется ли как-то положительно на посещаемости концертов то, что вот в последнее время один за одним выходят всякие ностальгические фильмы про так называемые 2007-е. Ну и всем спасибо за просмотр. Пока. Я могу предположить, я думаю, что вот это поколение тоже, которое на самом деле тоже слушало альтернативу как по моде, типа, и потом точно так же ее задвинуло на полочку. Потом мы просто где-то, они вдруг поняли, что жизнь продолжается, и вот на самом деле они что-то где-то, может, им что-то не упустили, может быть. И как-то они тоже опять решили стать сопричастными. И вот на волне какой-то ностальгии, может быть, хотя, я опять же говорю, в 2007 году вот я лично, вот группа «Психея» вела такую активность среднюю достаточно уже, потому что мы уже устали там от бесконечной гастроли в нулевых. И я в 2007 году никакой активности не помню. Свой 2007 вы бы вернуть не хотели? Нет. Нет, не хочу. Зачем? Я думал, на самом деле, что если бы я оказался где-то в прошлом, что бы я себе посоветовал. Знаешь, такие бывают моменты, думаю, что бы ты себе посоветовал. И что? Да, я понял, что посоветовать особо нечего. Я бы просто посоветовал себе продолжать в том же духе, вот вообще не отвлекаться, без психозов, без депрессий, без чего угодно. И вообще просто продолжать стоять на своем. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Имена донатеров мы будем публиковать в титрах наших роликов. Спасибо. No, no!